Порой у нас случаются в жизни различные ситуации, когда мы что-то теряем. Теряются отношения между людьми, теряются вещи, теряется время, теряются надежды, теряется много того, что мы до сих пор считали очень ценным. Как Есенин сказал, «Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло». И действительно, бывают ситуации, когда мы что-то теряем, и нам очень-очень от этого больно и неприятно. И вот подобные стихи написала одна хорошая писательница Ирина Васильчикова. И мне они очень понравились. Задумайтесь о смысле этого стихотворения. «Жизнь не бывает без потерь». «Жизнь не бывает без потерь, а также без минуток счастья и без сопливого ненастья и теплых солнечных лучей. Жизнь не бывает без разлук, когда минута длится вечность, и не простит себе беспечность, и не сомкнуть уж больше рук. Жизнь не бывает без любви, когда вдвоем на целом свете, когда двоим лишь солнце светит, лишь им двоим, как ни крути. Жизнь не бывает без друзей, звонков, полночных и пирушек, но они взгоды, коль задушат, они всегда придут к тебе. Наш шарик маленький кружится, проходят годы и века, но формулы любви и счастья не начертал никто пока. Так что, мои дорогие слушатели, жизнь не бывает без потерь, а также и без минуток счастья. То есть есть на одной стороне потери, а на другой стороне счастливые моменты в этой жизни. И вот ученые как-то посчитали, ученые-психологи, что если у вас в жизни случилось какое-то несчастье или неприятность, то вам нужно 7 приятных вещей, которые должны перекрыть это неприятное. То есть в жизни оно, чтобы оставаться счастливым человеком, 1:1 оно не проходит. Необходимо, чтобы было 1:7. То есть если что-то произошло неприятное у вас, то должно произойти 7 приятных вещей, чтобы перекрыть одно неприятное, чтобы вы опять почувствовали себя счастливым, хорошим, таким удачным человеком. И это очень важно знать. 1:7. Запомни это. Что-то у тебя произойдет в жизни, потом 7 хороших моментов должны перекрыть это негативное событие. Или какое-то впечатление, да, или какую-то мысль, скажем, негативная одна была, а потом нужно 7 хороших, позитивных, чтобы было. Как Карнеги говорил, самая главная причина у людей, что они не могут контролировать свои мысли. Все начинается, все изменения в жизни начинаются с контроля над нашими мыслями. Контролируйте свои мысли, и если они будут хорошие, положительные, то у вас все будет хорошо. Итак, с вами был Виктор Балет. Пожалуйста, подпишись под мой канал. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы у тебя наряду с потерями в жизни были также не минутки, а даже часы счастья. Всего доброго. Пока-пока.